Шуметь в многоквартирных домах с 8 вечера до 9 утра запретили камчатцам. Новый закон о тишине приняли краевые депутаты на 40-й сессии регионального парламента. В законе говорится, что время, отведенное на шумный ремонт, сейчас сокращено. Если ранее можно было делать ремонт с 7 утра до 11 вечера, то теперь этот временной период уменьшен. После 8 часов вечера и до 9 часов утра, как в будни, так и в выходные дни, шумные ремонтные работы запрещены. Также к нарушению закона о тишине относятся и громкий лай собак, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах. За нарушение краевого закона о тишине установлены административные штрафы для граждан от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц от 5000 до 10 тысяч рублей и для организаций от 10 до 20 тысяч рублей.